первый вопрос. В книге у вас каждая глава начинается с эпитета, соответственно. А они далеко не точные. Почему так вышло? Ну, значит, не точно, я их немножко воспринял. Немножко да? Ну, Жукову приписано то, что говорил Суворов, потом пословица, которую как бы не видел никогда. Я специально посмотрел еще несколько, так меня очень удивило. Это может быть по-любому, это может быть специально сделано. Я почему и спрашиваю, потому что неважно, может быть сделано специально? Нет, по-моему, это было не специально сделано. Да? Угу. А вообще вот я не читал книгу, я только ее пролистал, а вот не совсем понятно, четкая цель. Четкая цель — это просто перенос информации для людей, которые занимаются, на самом деле, тоже предпринимательством, или желают, или уже занимаются, чтобы не наступали где-то на такие же какие-то грабли, как наступил, то есть как получилось у меня. Это произведение, оно не создалось как именно чисто произведение. Да? Я на самом деле строитель, чисто строитель. Uh-huh. То есть я учился на строителе, работал всю жизнь строителем, да. А это просто для передачи информации. Просто другого пути я на тот момент не видел. Uh-huh. Поэтому ты именно и рука и поднялась. Она на самом деле, я писал, на самом деле, показать близким. Ну, просто именно самим близким. А потом получилось, что просто она пошла дальше в массы и все. Mm-hmm. Понятно. То есть это просто передача опыта, и первая идея — это даже не передача опыта, а просто для себя написание какого-то труда. Она получает для себя, да, она была написана для себя, да, и где-то, если кто-то, допустим, прочел, допустим, даже близкие, чтобы они на самом деле не где-то изменили путь тот, который я продолжил, допустим, да, в некоторых местах, где можно было делать совсем по-другому. Потому что там весь, на самом деле, как у нас бизнес, и, допустим, если взять заповеди Христа, ну, я имею в виду, да, Библии, да, но они немножко, ты когда бизнес занимаешься, все равно нужно эти, ну, как, немножко обходить, немножко, ну, плавнее, я бы по-другому чуть-чуть. Mm. То есть нельзя как раз, если в бизнесе находишься, тебе бьют по одной щеке, и ты поставляешь вторую щеку. Тебе нужно дойти до того, чтобы твоя щека не дошла до удара. То есть надо уйти раньше от этого. А если ты поставишь одну щеку, вторую, ну, может, там вот где-то так и получилось. Я поставил одну щеку, третью, и поэтому бизнес не стал. Понятно. То есть того бизнеса, как строителя. Вы в будущем, у вас есть идея сделать фильм с таким же названием? Нет, у меня конкретно по этой книге нет. Но фильм с таким же названием есть идея сделать? Нет. Если даже мы пойдем на какой-то фильм, да, ну, будет там все другое. Понятно. На самом деле она не дотягивает для фильма. Понятно. Ну ладно, хорошо, спасибо. Спасибо.